Всем привет! С вами, как всегда, Монах Синема. Нахожусь я в городе Невинномысск. И тут заезжал покушать и обратил внимание. Сначала подумал, что, думаю, это что такое-то? Фонтан, что ли? Или какое-то озеро? Ну, а потом посмотрел, это больше всего, конечно, похоже на ступеньки. Вот. И все заасфальтировано. Здесь вот сток воды есть. А вот это вот такая полумесяцем сделанное место. Может быть, это вообще летняя эстрада. Вот. Хотя, ну, само строение, оно круглое, идет вот там вот забетонированная, вокруг дорожка такая протягивается. Так вот, вопрос к местным. Это вообще что такое-то? Ну, потому что, может быть, я ошибаюсь. Вот. Вот она, бетонная дорожка. Она вот так вокруг всей этой штуки идет. Причем здесь вот площадка, ну вот KFC там впереди видно, площадка, она плитами заложена такими, тротуарными. Ну, то есть, возможно, что, может быть, парк должен был быть, потому что там столбик стоит, смотрю, для освещения. Вот, стена какая-то такая, наполовину сделана из одного камня, другая сделана из другого камня. Что-то тут перестраивают, что ли. И также хотел уточнить про вот это здание. Даже не могу сказать, на что оно похоже. Вот. В чем сила, брат? Вот, кстати, задает вопрос. О. В чем смысл жизни? Да, хорошие вопросы. Вот на второй этаж можно попасть, конечно, вот таким вот макаром. Теоретически можно, но один без страховки я не полезу. Я там сила, брат, в деньгах. Ну да, знал бы Сергей Бодров, в чем сила. Так вот, вернемся к этому зданию. Оно как бы круглое, я уже внутрь заходил, но скверно там воняет, потому что из этого здания сделали просто общественный туалет. Так вот, на второй этаж можно попасть. Можно попасть вот по той лестнице, но, к сожалению, закрыт. Вот тут еще какой-то лаз вниз есть, ну, заваленный весь. Видите, болтом, конечно, можно принести ключ, вот, все это раскрутить, но я не вижу смысла туда попадать. Я хотел просто задать местным, кто вообще отсюда родом, это что за здание, под что оно должно было быть заточено. Потому что я смотрю, вот здесь вот какая-то жесткая постель сделана. Вот, видимо, здесь что-то должно было стоять, и вот даже вот вентиляционная труба какая-то есть, может быть, для выхлопа, может быть, дизельная какая-то подстанция, которая должна была питать какой-то участок города там или здание. Вот. То вон вентиляционное тоже окно есть. Вот. Не знаю. И если кто знает, там напишите в комментариях. Дверь здесь изначально стояла железная. Причем открывалась вовнутрь. Вот. Так, ну, площадку эту, походу, переделают. Вот здесь какой-то торговый центр делают. Ну и, скорее всего, со временем здесь просто будет площадка для стоянки автомобилей, которые приезжают сюда. Потому что здесь вот еще один супермаркет. Вот. Так, ладно, на этом все. Хотя вот тут еще... Нет, заваленная. Так, ладно, на этом все. Всем счастливо. Пока.